Всем привет! Опять я начинаю влог со своего окна. Не могу вам просто не поделиться своей радостью. У нас сейчас сначала долго-долго начинался такой ветер. Тут вся квартира хлобыстала. Сейчас мы закрыли окна. Начало греметь. И сейчас посыпал дождь такими крупными каплями. Учащается, учащается. Я почувствовала этот дождь уже за минут 30, потому что мне резко отшел какой-нибудь сон. Хотя сегодня я записывала в 2 часа ночи. Ой, прям такой хорошенький проливает. Хоть я там уснул где-то полтретьего, сегодня я уже в 9:30 проснулась. Вот. И Лика даже рано, поздно уснула, но рано проснулась. В общем, мы тут делами занимались. И сейчас вот я резко поклонила в сон. Ну, было достаточно душно, потом пошел ветерок, окна как бы были открыты. И вот прям по кайфу. Я сижу, на видюшку смотрю. Кстати, давно хочу вам рассказать про один канал. Но я думала, знаете, как я расскажу? Прочитаю там еще одну книгу и расскажу из классики. Ой, как хорошо. Ой. Сейчас. Я закрыла, потому что хлобыстало. Хочется открыть, может быть, чуть-чуть свежести. Торик, как всегда, все следит, наблюдает. Смотрите, хотела вам показать. У меня уже еще сколько листочков дал мой декабрист. Вот, это этот, ну, мой все еще растет этот алоэ. А вот пальмочка, смотрите, я ее воткнула, поливала вот этим вот корневином. Вот стоит, вот здесь вот внизу отпали листочки, а сверху пока вроде цело. Я вот думаю, интересно, мне прям интересно, дал он уже корешки или нет этот кусочек. У меня теперь, знаете, как получилось, она просто пушистая. В принципе, если она так и выживет, то будет классно, потому что до этого был просто столб, и наверху вот эти вот макушки. А этот, кстати, он зажил сам. Но в итоге ничем не мазан, ничего, просто он был вот так вот прислонен. И теперь он нормально держится. Здесь есть ранка, но вот такая подсохла, видимо. И посмотрите, почему-то вот здесь он стал давать у меня ростки. Я не понимаю, что это. То ли это как корень он стал давать. Подскажите, что с этим делать. Не понимаю, этого не было. Что вот здесь вот он сломан, а вот здесь появились росточки. Очень интересно. О, хорошо, дольет. Хорошо. Прям поливает. Лей-лей, не жалей. Ой, ой, вы видели, сверкнуло? Ой, сюда даже забрызгивает. О, хорошо. Промыкает. Ну, подлез. Блин, и закрывать не хочется окно. Здесь пьет, ладно, придется закрыть. Потому что... Ох, смотрите, он еще и косой теперь ветер. Ой, не видно вам. Ветер такой. Поливай, поливай, не цветочки. Все, нет, надо закрывать, иначе действительно все зальет. Но он прям так хорошо порывами хлещет. Такой прям настоящий сильный дождь. Прям класс. Ну, растение точно польет и точно полегче будет. Так что мы наслаждаемся дождиком. Забыла сказать, мы поехали в Ашан. Да, Лике нужен журнал. В общем, а мы не были уже здесь. Мы с вами тогда были последний раз. Делайте ставки, сколько мы потратили. Я хочу вообще потратить очень мало. Не хочу здесь покупать продукты, потому что мне проще купить у нас в магазине. Вот. Делайте ставки. Последний раз сколько мы? 1020, да, потратили? Или 15? 15. Да. Вот. Последний раз мы когда были, я говорю, 15-20 тысяч мы потратили. Я говорю, делайте ставки, сколько в этот раз. Ну, я не думаю, что мы в тот раз... Дождь у нас сегодня пролил, Если мы в тот раз перед днем рождения взяли. Да, наверное. Поэтому так много потратили. Но мы немного взяли на твое день рождения в итоге тогда. А, ну да, мы больше взяли. Вот. Это, я что хотела сказать, у нас тут ярмарка. Дождь прошел, все равно сейчас парит, опять жарко. Ладно, покажу, что будет интересно. Такая ярмарка. Ароматы. Инвентарь. Стол АТО. Как прикольно, чувак. Ой, какие там бейсболочки. Можно я пойду посмотрю? Что-то какие-то скидки. 70% скидки. Но я хочу вон те бейсболочки. А, нет. Не хотела вон те посмотреть. Нет. Это прям совсем какие-то странные. Пошли. Вон наш Ашан. Ой, смотрите, спандай кофта, прикольная.
А мне вот смотри, какая там щель. Пап, смотри, какая прикольная. С пандами, вон внизу с этими и вон та. Ты себе такой не хочешь? Блин, не хочет. Бля, живот. А нам Торику, а мы здесь Торику табирку делали, он попугайчики. Для Торика? Да, 15 тысяч, кстати, я думала, они дороже. Выпечка. Я вам просто покажу, что у нас здесь. Юнистрим банк. А, суши-маки закрыты. А, ну сейчас же все закрыто, только на вынос. KFC, Восток, картошка. Блин, я еще телефон не зарядила. Ну, люди сидят, им все равно. Сейчас суббота, все на даче. Спортивное питание здесь есть. Sunlight. Банк Авангард. Мегафон. Ой, мне что-то надо было, мегафон. Никто не помнит. Зачем? Вот смотри, какие халаты замечательные. Это, кстати, скорее всего, ивановский какой-нибудь трикотаж. Я до бабушки здесь ночнушку покупала. Кстати, надо спросить, не надо ей новые. Ой, люблю эту посуду. Ателье. Химчистка. Так, ладно. Заходим в Ашан, чуть позже включусь. Смотрите, уже, оказывается, для школы все стали продавать. Обалдеть. Середина июля. Ну как детям вообще отдыхать? Раньше, я помню, в конце августа, но в середине августа начинали продавать. А куда Лика пошла? Лика журнал нашла. Здесь для дач все. Кстати, здесь сейчас скидки. Здесь разные всякие. Хочу вам показать. В общем, сейчас вот на такие всякие детские штучки. Я взяла, Вики, вон я уже набрала. Все. Я всего набрала. Смотрите, наборы по 99, вот такие. А такой ты взяла? Не, я взяла и другие формочки, отдельно ведро. А. Вот, вот смотрите, ветерок. Я себе купила ветерок. Ой, смотри, какой нежный. Смотрите. Возьмем. Ну я набрала разные. Ну возьму вот эти. Да куда? Ну я набрала. Ну уберем ту. Вот есть вот такая каталка, смотрите, 69 рублей. Может, мне такой надо? Угу. А? Хотя можно. Она ходит сейчас. Мечи. Ну короче, вот на такое всякое есть здесь большие скидки, имейте в виду. Легко такое, о, что так дешево? Я выросла, все так подешевело. Я говорю, это что, мать? Это раньше мама нормально это все скупала. А сейчас покупать что некому. Это, наверное, слизь внутри, что ли? Вот это ой, смотрите, вообще по 5 рублей. Грабельки, совочки. Видели такие цены? Вот, посмотрите. Я по 9 рублей формочка. Вот, смотри, ведро. Оно складное или что? А, это чтобы башенку, наверное, строить. Нет, это складное. Ой, складное? Смотрите, как прикольно, удобно. Нам на даче такое не надо? Ну вдруг нам на даче надо? Да, для песочницы 49 рублей. Мне такое надо. Да зачем оно тебе? Хочу такое ведро. На даче мне оно понадобится. Тору воды взять с собой. Мама, оно слишком глубокое для Тори. Хотя, в принципе, конечно, можно вот так, но, блин, это бред. Ну вот, и дал попить ему. Не, ну возьми закрытую. Вот, какой ты цвет хотела? Вот такие формочки 40 лет. Вот набор целый, смотрите, строить башню. Офигеть, он огромный. Вот. Смотрите, вот какие есть. Мне очень нравится. Ой, вот смотри, есть вот такая дочь, Лав. Они такого качества хорошего. Мам, вот эти, чекай, ну я просто выросла. Показываю. Смотрите, это вот ночнушечки обычные, вот такие трикотажные. Mm-hmm. По такой вот цене. Я Лики, когда были, я ее... Ой, вот смотрите, халатики. Смешные такие. И Лики я покупала вот таких ночнушек, они вообще были там, сейчас уже цены даже подешевле. Дома она у меня гоняла в них, вот вместо платья. Так удобно, вот эта Лав мне даже очень нравится. Очень классно. Ну тут вообще бывает, кстати, большие скидки бывают на детское. Да, она сейчас идет и говорит, мам, мы бы сейчас Святу бы здесь. Да, она скупала, мы сначала ее здесь, ну, когда ездили в Ашан, какие-то распродажи, я брала ей. А потом мы, знаете, чем спасались? У нас тут Реборн была, ну она и есть, Свята. И просто
Вот мы спасались Ашана, потому что здесь можно было как-то еще со скидкой взять детские вещи. И поэтому вот здесь скупалась. Да, это просто, ну, как я говорю, мы не в то деньги вкладывали вообще в жизнь. Я очень старалась я свой не набирать. Я прям очень экономно. Я старалась, честно, не превышать лимиты. Ну, как смогла. Смотрите, если я так купила. Так, ну что, мы дома. А, Лика уже жарит блины, поэтому она здесь будет на фоне скалопеть и нам Ворчать. Мешать. Ворчать. Ворчать, да. Вот. Я хозяюшка, я фарточки. Да. Сейчас сгорит опять, поменьше сделай. А, еще да, делать блины. А я вам сейчас сделаю, как это, растопырка или как это называется сейчас модно говорить? Короче, распаковку. Из Ашана. Ой, угадали, сколько мы потратили? Я очень честно экономила, вернее, ну как, сдерживала себя, чтобы лишнего не набрать. В общем, 8 тысяч мы там оставили. Можно я на заднем плане буду хозяюшкой? Ага. Купила я себе георгин. Нет, это не георгин. Как это называется? Георгин. А, георгин. Георгин купила. Они были со скидкой. Короче, вот такой куст 189 рублей. Поеду на дачу, посажу. Вот, смотрите, классный. Мне нравится. Он, мне кажется, очень прикольный. Вот, ну это ладно. В общем, купили арбуз. Ну, видели в тележке. Не буду его поднимать. Он на 677 рублей. А, килограмм у нас стоит... Сколько дают? 65 или 60? Или 59 он стоит? Короче, большой арбуз взяли. Туалетную бумагу взяли. Ну, это такой, да, стандарт? Опять с дыркой. Всегда всем надо. Ликусь, можешь вот это вот поставить туда, пожалуйста? Сейчас, короче, я очень неудобно... я не знаю, как сейчас, секунду. Короче, злюсь уже, потому что я только настроила нормальный штатив, стала двигать стул, чтобы удобно было. Все, короче, вот так вот у меня. Ладно, собралась Женя, начала записывать. Нехрена расслабляться. Да, вкусно. Он мягенький такие, хорошие. Купила такой чай. Детокс называется. Кусочки яблока, зеленый чай, крупного листовой. Порох, кусочки корня имбиря и солодки, семена фенхеля, листочки брусники, цветы мальвы. Вот такой, хочу попробовать. Купила непонятно что. Да, я, кстати, там тут фрукты какие-то нарисованы, я думала, он с этим будет, с фруктами. Надо читать. Вовремя. Дальше, смотрите, купила вот такие вот салфетки. Они, почему они такие? Они с этими, с миньонами. У меня кончились, вернее, у меня где-то была этот, целый этот, ну это вот не тканка, или как это называется, такие тоненькие, одноразовые. Со скидкой были именно вот с миньонами. 99 рублей такой рулон, что ли. В общем-то, взяла. Мне кажется, вот такую бутылку, вот такие три бутылки воды взяли. Но самое, что интересное, в Ашане, я говорю, сейчас такой ценник, во-первых, он какой-то пустой стоит. И вот у нас, например, сейчас воду, мы последний раз я брала 1,5-литровую. Какую дочь мы брали? Синежская, да? 19,90. Там самая дешевая вот это 25, по-моему. Вот такой колбаски взяли. Еще одна синежская. Я, блин, так вот я пропадаю с камеры, и мне ничего не дают. Сейчас я попробую вот так сделать. Может, мне так получится. Денис взял вот такую фантолу красную. Кстати, я красную я не пила, Лика. Что это за фантола? Я вообще не пью. Показывали вам ведерко складное наше. Взяла 49 рублей. Классное. Очень. Мне нравится. Лика взяла себе чай. Фьюсти. Ой. Я так люблю. Потом взяла еще бутылку воды. И еще фантола розовая. Вот розовую я пила, я знаю, она вкусная. Да, а красную нет, еще не пила, не знаю. Это первый пакет. Так, следующий пакет. Взяли вот такие коржики. Лика сказала, что она будет готовить мне тортики на день рождения. Не мой день сегодня явно. Ладно, успокойся, все хорошо. Вот такой тортик, еще один, она сказала, посмотрит и будет готовить. Первый раз будет готовить, не знаю, что получится, но я буду ждать. Я просто съем коржи и все. И вот так я взяла вафельные коржи, сказала, что будет два... Ну, так, продолжаем. Мне все падает, ребенок истерит, в общем, я не знаю, как снимать. Я не истерю, когда все дома, я не могу снимать. Вы прям реально как будто издеваетесь надо мной. Я не истерю. Короче, два вида коржей взяли. Лика сказала, что испечет мне тортики на день рождения. Вафельный и вот такой бисквитный. Ну, не испечет, а сделает. Она первый раз их будет делать. Я надеюсь, что это... Ну, я уверена, что это будет вкусно. Да потому что я не могу так. Один, другой, третий. Вам сразу все надо. 20 минут записать. Я первой блины встала готовить. Я даже не против, чтобы ты в моей комнате сняла.
Вы чувствуете? Вот мы, вот она настоящая жизнь. Вот так. Вы думаете, все гладко это? Нет, не гладко, не это проходит. Всем надо. Скажи, что-то. Как я вас терроризирую. Терроризируешь, конечно. Это ее любимая. Да. Глазурь, она взяла шоколадную. Смотрите, какие-то наггинсы с кунжутом. Наггинсы. Хочу с попробовать, кунжутом. Да. А, вот такие вот взяли эти. Мы всегда в Ашане берем круассаны, но я взяла две пачки маме с бабушкой и себе. Денис, как с булочкой, взял, говорит, ой, какая маленькая, уже привыкшая, сейчас такие булки делать огромные. Ну, взял маленькую себе. Творожный сыр вот такой, новый какой-то взяли. А, создан для кулинарии называется. Вот. В общем, кулинарию буду. Лика взяла себе пантин, бальзам ей, говорит, подходит, нравится. Вареная колбаска. Я сейчас еще раз тебя просила. Угу, спасибо. Загуститель для сливок один. Хедер Шондерс. А что он такой дорогой стал? Простите. 330 рублей бутылка. Я даже обалдела, я не поняла. Просто почему такая цена? Смотрите. Была с абрикоской. Я решила еще с абрикоской поправить. Я вам рассказывала про этот шоколад. Такие печеньки. Тоже около кассы. Гулик, не хочешь себе взять, чтобы были? Они с йогуртовой начинкой. Это что? Это глазурь какая-то в тюбике. Это тоже ей все надо для тортика. Вот такие новый какой-то сыр. Вот с такими. Я такую фирму еще не пробовала. Взяли попробовать. Он там сейчас стоит со скидкой. Они набрали себе вот таких вот для айфонов шнурков. По сколько? По 89 рублей они там? Ну, просто у меня два Apple устройства, а вот один. Вот, один с машинки взял. Вот они взяли две штучки. А я взяла вот такой йогурт попробовать. Первый раз я такой вижу, если честно. Ну, наверное, давно. В общем, я взяла попробовать. Мне интересно. Мне... Ну, меня картинка заманила, видите? Жертва маркетинга. А вот такой десерт взяли. Мы его несколько видов. Это у меня очень любит Денис. Я помню, я рассказала, что он любит вишню. И он увидел его. Короче, просто он очень сладкий, этот десерт. Там прям вишня. Он такой... Это и не варенье. Это как бы и не желе. В общем, я не знаю, как это описать. Это вишня. Но раньше, еще один загуститель для сливок, еще и до рождения Лики, мы ей жили когда там, на другой квартире, там был у нас, как же назывался магазин, какой-то тоже круглосуточный, такой большой супермаркет, мы туда ездили, и вот он постоянно себе покупал только большие, Лики себе взяла попробовать, там сейчас будет большая пачка, и он увидел, говорит, ой, возьми, я же раньше так любил, вот, и я ему, ну, мы взяли, короче, сейчас я еще один пакет принесу. Так, продолжаем. Следующий пакет. Это честно, я взяла. Не факт, что я буду это есть. В общем, я увидела, мне понравились какие-то новинки. Видели Кузя чипсы? Я так думаю, это производителя этих кукурузных хлопьев. Ой, палочек. Со вкусом кетчупа и масла с солью. Сейчас они по 24,50, но я подумала попробовать. Ну, Денис, вы знаете, он меня любит всякие эти снеки, фигеки. Ой. Три пачки масла вот таких вот в этот раз взяли, искренне ваш. Ну, это вот она готовить ей, короче. Денис взял попкорн. Это они с Ликой что-то будут смотреть. Вот, смотрите. Вот эти большие, вот как раз это вишня. А вот это новый какой-то ягодный десерт появился. Ну, вот Лика сейчас блинчики делает. Как раз, я думаю, с блинчиками будет очень вкусно. Еще раз покажу, если кто-то вдруг захочет, поинтересуется или захочет купить, попробовать. Вот так вот. Ликусь высыпет. Торику творог купила. Вот ты сейчас серьезно? Ладно. Третья пачка масла. Это сгущенка, она сказала, ей нужно для тортиков. Бутылка молока. Это пап купил Лейс с сыром. Еще один попкорн. Это ж попкорн, как ни странно, закончился. Еще одна пачка сгущенки. Это как раз... Ой, помялись круассаны. Это значит нам, а бабушке это идем более приплюснутые. Взяла вот такие попробовать штучки. Рыбные бургеры называются. Настоящий бургер. Ну, булочки мы не брали, их и так поест. Куриные эти ножки, чтобы лежали в морозилке. Потом, это тоже, честно скажу, я брала. Мне почему-то так понравилось, как они выглядят. Мне что-то там капает. Классные. Ну, не знаю, насколько вкусные. Мне так захотелось, я взяла. Сметана. А, две пачки сметаны. Вот. В этом пакете вот так. Ну, я не знаю, она брала ей там для этих ее вот этих всех коржей, вот этих дел. Так что, поэтому в таком объеме все это.
Ну, еще один пакет. Слушайте, на самом деле, это, конечно... Могу включить? Да. Это, конечно, вот, ну, правда, за такую цену. В общем, вот такие два самолетика мы взяли. А я в том году, кто-то видел, Лики, по-моему, я тебе привозила как раз такой самолетик. Mm-hmm. Есть такие самолеты, они были по 500, потом по 200. Ой, они еще... Пожалуйста. Светящиеся. Вот. Сейчас я настрою, девочки, камеру. Это какой-то кошмар. Я о том говорю. Вот. В общем, 69 рублей сейчас они со скидкой. Я взяла на дачу деткам играть классно. Плюс Тор любит с ними бегать. Дальше взяла абсолютно обычные салфетки, но с таким рисунком летним. Что они вообще там недорого стоили. Один себе берет сыр. Ну, это вот он с чипсами. Вот такие трубочки Лика взяла для украшений, как я понимаю. Купила нож. Я же сломала два ножа. Вот. И так очень у многих было переживание, что у меня ножи в доме ломаются. И что это так вот не очень хорошо. Я хочу сказать, что, слушайте, я когда на эмоциях, у меня лампочки взрываются в доме. Поэтому со мной это тоже аккуратнее надо. Я когда это, злюсь немножко, у меня тут не такое в квартире происходит. Так что то, что ножи сломались, это еще ничего. Это такое маленькая беда. Вот. Ну, в общем, если так небольшое. В общем, купила вот такой нож, чистить картошку, потому что мне неудобно. Потом, Денис, смотрите, что взял. Новое какое-то желе, манго маракуйя. Он хочет сделать, ну, желешку. Сейчас жарко, хорошо желешку. А, малина ежевика. Это взбитые сливки Лика взяла. И, тоже манго маракуйя. Ну, в общем-то, обычно, да, раньше продавались там вишни, апельсин, еще что-то. Это какие-то новые... И он решил взять. Сахарная пудра с кокосовой стружкой. Мне кажется, мы вот на эти все причиндалы больше денег потратили. Потом Лика себе взяла вот такую книгу. Она подходит, говорит, мам, эта книга везде 500-600 рублей стоит. Здесь 350. Можно возьму? Хотя у нее сейчас запас большой книг. Она говорит, ну здесь просто дешевле. Я говорю, ну конечно, бери. Еще один вот такой йогурт. Я уже показывала. Взяли большие мешки для мусора. Там... 240 литров, 10 штук упаковки, но для дачи надо. Вот. Мы берем, и в Ашане они по 72 рубля очень недорогие. Но они не очень плотные, но все равно. Наконец-то я не забыла купить фольгу. Кончилась фольга. И когда она нужна, очень обидно, когда ее нету. Еще один вот такой сыр. Зубочистки не забыла купить, вспомнила, причем они еще даже не закончились, а я уже вспомнила, что надо купить еще одну пачку. Ну, просто попалась на глаза. Еще одна булочка Денисова, которую он назвал мини. Малина, ежевика. Еще один. Еще одно желе. И майонез. Вот. Ну, а что еще? Знаете, что еще? У меня в машине остались, я набрала формочек для Вики. Такую мельницу для песка. В общем, вот эти я вам показывала, там скидки. Я с этими скидками хапну, думаю, что не взять ребенку. Пусть будет. Это лишним никогда не бывает. К тому же у нее сейчас такой возраст, что ей еще долго это нужно будет. А что Лики, я помню, мне кажется, лет до 7, а то и больше нужно было. То сначала она по одному играла в это, потом по-другому, да, там они вот все это на даче у нас было очень много всего. Поэтому это пригодится. Вот, но я оставила машину, чтобы не тащить, что увидимся с ними, сразу передать. Вот, в общем, вот такая закупка на 8 тысяч рублей. Как вам такая история? Ну, цены, конечно. Ну, я даже не стала в Ашане особенно продукты. Я вот ходила, вот так вот смотрела. Например, даже тоже кофе в Спаре у нас дешевле, чем там, то, которое мы берем. Какие-то еще помидоры дешевле. Я беру мохито по 139, там более-менее приличные 179. Ну, то есть, кто-то умеет ездить в Ашан, вот у нас есть знакомая, она прям чует скидки, она умеет ездить, она прям бывает вообще за копейки там берет все. Я так не умею, поэтому, соответственно, сегодня я решила просто не брать продукты. Но набрала вот этого. Опять будете ругать, что набрала фигни. Еще что-то. Ну, для кого фигня? Для нас это не фигня. Для нас это нужно. Вот. Как бы в магазин мы ходим там за мясом, за всем остальным и так. То есть, как бы, поэтому здесь уж мы поехали. А, ну, собственно, Лика. Лика, где журнал? Она же за журналом ехала. Лика, где твой журнал? Представляете? Ну, это прям... Я сейчас плакать буду. Ну, не плачь, котенок. Мы реально ехали за журналом. Вчера сказала мне жмам. Что это? Мне нужен журнал. Представляете? И главное, непонятно. Тележка была пустая. Я когда пробивали... Не плачь, зайка. Не плачь. Я прям расстроилась.
Я не помню, что пробивали, в чеке у меня. Я не могу с почты никак забрать один журнал. Анька никак не может привезти журнал. Этот журнал где-то непонятно где теперь. Короче, видишь, распаковка изначально началась. Я тут психовала, но мне жарко. Я не успею, мне неудобно. Ликуська хочет готовить. Знаете, это вот мне тут неудобно. И вот это все. Я вам показываю, я даже не буду перезаписывать. Я вам просто показываю, как все есть. Как я тут Денис что-то ходит. Это. Я понимаю, что мы в семье дома, да, и вот это сложно снимать, но. Когда просто они там приходят, это одно, когда ты встаешь, там пытаешься собраться мыслью, что-то показывать. Комнату. Да, ты не хочешь себя? Нет. Мама, подожди, нет, мне нужно какую-то найти сейчас полочку, чтобы их поставить, там земля внизу. Я хочу просто разобрать стол, чтобы покушать. А, ну сейчас мы разберем. Я договорилась. Всё, тогда я не трогаю. Вот, и, в общем, короче, вот, представляете, это вообще, ну как такое может это быть? Это очень обидно, потому что я ехала ради журнала туда. Ну зато купила себе Алурику. Аурик. Вообще. Я даже представить не могу, что он упал с этой, с ленты, папа выкладывал всем. В тележку мы показывали, что она пустая. И сзади люди стояли. Ну, либо люди не хотят друг другу помогать. Может, не заметили. Ну, короче, в общем, представьте, вот так вот. Очень. Вот такая трагедия у нас случилась. Ну, конечно, это не трагедия. Завтра, я говорю, съездим, не переживай, доедем, забежим, купим, и все. Не проблема. Ну, как-то вот какая-то такая странная история получилась. Ну, ладно, бывает. Вот, ладно. Мы сейчас будем кушать блинчики, которые Лика наготовила сейчас. Вот, смотрите, какие блинчики получились. Мы сейчас поедим блинчики. Я пойду лягу в прохладную ванну, полежу. Мне надо поймать дзен. Я поняла. Все. Так что не знаю, сегодня еще будут снимать или нет, но если что, увидимся.